Сейчас мы находимся в торгово-развлекательном центре Рио. В месяц здесь посещают более 400 тысяч человек. В связи с введением чрезвычайного положения деятельность в торговых объектах временно приостановлена. И как вы видите, излюбленное место кокшетаунцами развлекательный центр ныне пустует. К слову, в прежнем режиме работают объекты жизнеобеспечения. Это продуктовые магазины, мини-супермаркеты, продовольственные рынки. В связи с постановлением здравоохранения Республики Казахстан мы приняли следующие меры. Во-первых, мы ограничили режим работы наших торговых объектов. Крупные торговые объекты, такие как ТРЦ «Рио», торговый дом «Керуен», уличную торговлю мы закрыли, рынок «Шайба». Все эти торговые дома, объекты закрыты с сегодняшнего дня. Сократили мы график рабочего времени для торговых объектов. Торговый дом «Центральный рынок». Работает только его центральная часть, вот это вот капитальное наше здание, где мы сейчас находимся. Закрыты вещевые пристройки, это большой зал и малый зал, где продаются вещи, одежда и обувь. Закрыли мы второй этаж центра оптовой торговли «Рубин». В связи с высоким риском распространения коронавирусной инфекции в городе приостановлена деятельность ночных клубов, караоке-баров, фитнес-центров, бассейнов, компьютерных клубов и других объектов с массовым пребыванием людей. Нурсултан Ибраев, Бауыржан Смагулов, Абай Төлеген, Кокше Ақпарат.